Всем привет, с вами Универ Ньюс, и о всех актуальных новостях расскажу вам я, Дарья Курмышкина. Сегодня в эфире. В КФУ прибыла делегация кубинской нефтяной компании КУПЭТЬ. Головкинская конференция стартовала в Казанском университете. В КФУ обсудили перспективы розничной онлайн-торговли. С ежегодным посланием Государственному совету Республики Татарстан обратился президент Республики Татарстан Рустам Миниханов в рамках второго заседания Государственного совета Республики Татарстан 6-го созыва. В рамках ежегодного послания Рустам Миниханов уделил вопросам развития образования всех уровней Республики Татарстан и повышения качества. Речь шла как о подготовке учителей, так и о создании в Республике научно-образовательного центра мирового уровня в рамках национального проекта «Наука». А мы продолжаем. В Казанском университете состоялась встреча делегации кубинской нефтяной компании КУПЭТЬ с российскими партнерами КФУ нефтегазовой отрасли. Все подробности расскажем в следующем сюжете. 25 сентября в Институте геологии и нефтегазовых технологий КФУ прошел круглый стол с участием кубинской нефтяной компании КУПЭТЬ, Кубинского научного центра САЭНПЭТ, Роснефти, ТНГ Групп, Башнефтегеофизики, а также МИРИКА. Встреча нацелена прежде всего на знакомство кубинских партнеров с ведущими российскими компаниями нефтегазовой отрасли. Сегодня у нас продолжение визита делегации кубинской компании САЭНПЭТ. Это научно-исследовательское подразделение национальной кубинской компании КУПЭТЬ. Вот мы 2 дня показывали возможность университета, вели переговоры о сотрудничестве. А сегодня мы устроили встречу кубинской компании с партнерами Казанского университета. Во время круглого стола российскими компаниями были предложены пути решения проблем, обозначенных кубинским научным центром САЭНПЭТЬ. Стоит отметить, что в КФУ прибыло 18 магистров из компании КУПЭТЬ, которые начнут обучение в Институте геологии и нефтегазовых технологий КФУ, а также один специалист из Министерства природных ресурсов Кубы. Валерия Муратова, Ленардо Влетьяров, Универньюс. В Казанском федеральном университете проходит 3-я международная Головкинская конференция. Исследователи со всего мира обсуждали верхний палеозой России, как менялся климат за последнее время. Конференция завершится 28 сентября. Подробности смотрите в следующем сюжете. В стенах Института геологии и нефтегазовых технологий Казанского федерального университета проходит 3-я международная Головкинская конференция. Главной темой стал верхний палеозой России. Конференция носит имя выдающегося исследователя Николая Головкинского, первого профессора геологии и основателя Казанской геологической школы. Он оставил крупнейший след в мировой геологии тем, что установил закон изменения фаций. На этом законе сейчас работает масса нефтедобывающих, нефтепоисковых компаний по всему миру, которые занимаются секвенс-стратиграфическим поиском нефтяных и газовых месторождений. Международная конференция собрала исследователей со всего мира – Великобритании, Германии, Польши, Грузии, Казахстана и России. Головкинская конференция – это результат сотрудничества Казанского федерального университета и Фрайбергской горной академии. Ученые этих двух университетов реализуют совместные проекты, у них также имеются общие лаборатории. It was a only known transition, who a transition. From ice age via a warm earth to a very hot earth, so never known so far in Earth's history, on our Earth. And we could learn from the past how it goes, and additionally, this time is economical. Изменения климата были всегда, но это происходило очень медленно, поэтому мы могли к нему адаптироваться. Сейчас же климат меняется очень быстро, именно поэтому эти вопросы требуют особого внимания. Здесь также поднимут тему осадочной планетарной системы позднего палеозоя, стратиграфия, геохронология, углеводородные ресурсы. Конференция проходит на 2 языках, английском и русском. Она продлится до 28 сентября. Анна Глазунова, Виолетта Басова, Универньюз. В Казанском федеральном университете прошел дискуссионный клуб КФУ на тему розничной онлайн-торговли. Перспективы глобальные, национальные и региональные. Подробности смотрите далее.
В Казанском федеральном университете прошло мероприятие, посвященное развитию онлайн-торговли. Главной темой дискуссии стало открытие в Татарстане так называемых логистических хабов, проще говоря, огромных складов таких крупных компаний, как Wildberries, Озон и Яндекс.Маркет. В свою очередь, министр экономики Республики Татарстан Фарид Абдулганиев поделился со слушателями интересными цифрами и подчеркнул важность повышения показателей интернет-торговли. До 2024 года рынок интернет-торговлю вырастет в 2,37, ну, грубо, в 2,5 раза. Это сумасшедший рост. Это тот драйвер и локомотив роста, который мы пропустить просто не можем. Спикеры, которые являются топ-менеджерами вышеупомянутых интернет-компаний, прогнозируют данное сотрудничество как крайне выгодное для республики. Ими были упомянуты основные преимущества нахождения в Татарстане хабов. В скором времени планируется открытие таковых складов в Зеленодольске. В частности, это предполагает создание более 7 тысяч рабочих мест, гораздо более продуманную и удобную логистику и, соответственно, быструю доставку. Также стоит отметить готовность представителей онлайн-торговли посодействовать в развитии малого бизнеса. У среднего бизнеса гигантское количество головных болей. Он не должен заниматься логистикой, он не должен создавать свой сайт, он не должен заниматься хранением. Это все совершенно спокойно сделают за него гиганты. Он должен сосредоточиться на создании конкурентных продуктов, которыми должен завоевывать рынок. Выявляя выгодные стороны в бизнесе, нельзя забывать и про риски. Это в первую очередь поглощение малого бизнеса более крупным. Проректор Казанского университета Пашин Дмитрий задал спикерам наводящие вопросы и поделился собственной, отличной от их точкой зрения. Как говорят, что электронные площадки, они фактически избавляют нас от посредников, я так не считаю. Я считаю, что это другие посредники, они берут те же самые проценты. И в конце концов, когда они подают всех малых производителей, малых продавцов, они поднимут стоимость своего процессинга. И в этом случае вряд ли в конечном итоге мы, как потребители, выиграем. Но это мое личное мнение, я просто вот, как бы, я не согласен с тезисом, что мы устраняем посредников. Мы создаем нового посредника и более глобального. Кроме того, министр экономики Фарид Абдулганиев подчеркнул неизбежность конкуренции и уменьшение малого бизнеса в торговле. А если не зайдут наши игроки, зайдут другие. Мы видим, как идет Alibaba, как агрессивно выходит на наши рынки компания Amazon. Безусловно, и недалек тот день, мы же должны это понимать, когда будут укрупняться эти компании. Ток-шоу впоследствии будет транслироваться по телеканалу «Универ ТВ», и вы сможете посмотреть его на нашем сайте. Азалия Ахметова, Александр Юдин, «Универ Ньюс». Ученый Казанского федерального университета стал лауреатом национальной ветеринарной премии «Золотой скальпель». Награда была вручена профессору КФУ Альберту Резванову в ходе 25-го Европейского ветеринарного конгресса ФИКАВА в Санкт-Петербурге. Руководитель научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины Казанского федерального университета стал лауреатом национальной ветеринарной премии «Золотой скальпель». Альберт Резванов был награжден дипломом лауреата за научный вклад в развитие ветеринарной медицины. Мы разработали генный препарат, который стимулирует регенерацию, то есть восстановление поврежденных связок и сухожилий у спортивных лошадей. Препарат был апробирован. На данный момент уже почти 20 лошадей получило наше лечение. И по отзывам ветеринарных врачей препарат показывает очень хорошую эффективность. Мы опубликовали наши исследования в ведущих международных журналах. Национальная ветеринарная премия «Золотой скальпель» является высшей наградой российского ветеринарного сообщества, которая присуждается ежегодно за особые достижения в области ветеринарной медицины и считается самой престижной ветеринарной премией в России. Несколько месяцев тому назад комиссия во главе с председателем от ассоциации Сергеем Владимировичем Середой приезжали в Казань, и мы продемонстрировали им наши лаборатории, наши научные достижения в области ветеринарной медицины. Они были впечатлены и предложили номинацию на эту премию национальную. Альберт Резванов удостоен большого количества наград, в том числе он является лауреатом премии Академии наук Республики Татарстан имени Владимира Энгельгарта в области биологии за цикл работ «Генная и клеточная терапия в регенеративной медицине». Эльвира Зорина, Александр Юдин, «Универ Ньюс». На этом все. С вами была Дарья Курмышкина. До новых встреч!